Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, интересные и достаточно простые слитки. Сейчас в мастер-классе эти слитки я буду вязать на размер ноги 37-38. Но в любом случае, перед тем, как приступать к вязанию данных слитков, мы с вами разберемся с принципом их вязания, так, чтобы вы их смогли связать абсолютно из любой пряжи и на любой размер ноги. Данные слитки у нас связаны без шва на подошве. У нас идет всего лишь один шов. Вот этот участок задней части наших слитков – в самом конце, когда мы свяжем всю заготовку, нам нужно будет только сшить. При этом шов идет абсолютно гладкий и незаметный. Смотрится здесь все красиво и аккуратно. И сейчас данные слитки в мастер-классе я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров. Данную пряжу для нашего мастер-класса предоставил нам интернет-магазин «Пряжа Су». И для всех моих подписчиков интернет-магазин «Пряжа Су» предоставляет скидку 5% по промокоду, который сейчас подпишу вам на экране. Ниже в инфобоксе я вам оставлю ссылку на данный интернет-магазин, поэтому обязательно загляните туда и порадуйте себя приятными покупками. Ну а мы с вами дальше приступаем к вязанию наших слитков. И сейчас как раз-таки мы разберемся с принципом их вязания. То есть для того, чтобы нам связать эти слитки, сейчас вместе с вами мы должны будем связать вот такую вот заготовку. Значит, смотрите, отрегулировать размер этих слитков можно будет самое основное и первое, это как раз-таки за счет вот этой длины провязанного мыска. То есть, чем длиннее мы провяжем вот этот мысок, тем на больший размер мы получим данные слитки. Соответственно, если данные слитки нам нужны на меньший размер ноги, то этот мысок мы должны связать покороче. При вязании этих слитков самое главное, мы ориентируемся на количество провязанных сантиметров, а не на количество провязанных раппортов, так как у каждого из нас плотность может отличаться, и, скажем так, одинаковое количество провязанных раппортов в итоге может у каждого из нас занимать разное количество сантиметров. Поэтому в процессе вязания каждую из деталей я вам измеряю и в сантиметрах. Также говорю, сколько это у меня получается именно в провязанных рядах. Что касается петель, которые я набирала на резинку, здесь идет такая достаточно оптимальная вот именно ширина этого полотна, поэтому, скажем так, и на меньший размер, и если у вас размер больше, смело можете набирать это же количество петель. Ну, опять же, по вашему желанию, к примеру, если данные слитки вам нужны, ну, к примеру, на размер 35-36, можно взять спицы на пол размера меньше, нежели я вот провязываю в мастер-классе эту резинку так, просто чтобы она была плотнее и более хорошо вот здесь, в этом месте, облегала ногу. Ну, а так, в принципе, по количеству петель смело можете вязать все точно по мастер-классу. И если, к примеру, данные слитки вам нужны на размер ноги больше 40-го, то тоже можете набирать это же количество петель, просто взять спицы на пол размера больше. То есть, в принципе, это можно регулировать даже просто размером спиц. А сейчас смотрите, именно в мастер-классе эти слитки я сейчас буду вязать на спицах 3,5 миллиметра, и для вязания этих слитков я буду использовать спицы круговые 3,5 миллиметра. Длина у меня идет спиц от кончика вот до кончика 60 сантиметров. Также в процессе вязания я буду использовать еще 2 чулочные спицы для вязания вот этой длины мыска. 2 чулочные спицы я также возьму вот диаметром 3,5 миллиметра.
Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На круговые спицы диаметр спиц я взяла 3,5 мм. И обычным способом набора я сейчас наберу 44 петли. Петли я набрала, и сейчас мы будем приступать к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И далее я провязываю одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную, одну петлю лицевую, одну петлю изнаночную. Таким образом довязываем этот ряд до конца. На протяжении всего вязания последние кромочные петли мы будем провязывать изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на обратную сторону. Вот эта сторона вязания сейчас будет являться лицевой стороной полотна. Ну а мы приступаем к вязанию второго ряда. Кромочную петлю я снимаю, и далее, начиная со второго ряда, я все петли буду провязывать по рисунку. Лицевые петли я провязываю лицевыми, изнаночные изнаночными. То есть мы сейчас с вами вяжем резинку 1 на 1. Таким образом, провязывая вот все петли по рисунку, провяжите самостоятельно еще, получается, 2 ряда: лицевой и изнаночный. Итак, я провязала вот этот небольшой участок полотна, провязывая резинку 1 на 1. И здесь у меня провязано 3 ряда. Вязание вот я держу лицевой стороной вверх. То есть наборный вот этот мой кончик сейчас будет всегда располагаться с левой стороны. И это значит, это является лицевая сторона полотна. И сейчас я должна взять нить контрастного цвета. Я не делаю никаких закрепляющих узелков, просто кончик нити прикладываю к краю. И дальше я сейчас буду продолжать вязать резинку 1 на 1. Первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее я продолжаю вязать лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночными. Одна петля лицевая, одна петля изнаночная. Таким образом, я сейчас провяжу моим контрастным цветом резинку 2 ряда: лицевой и изнаночный ряд. Итак, вот я провязала 2 ряда резинки контрастным цветом. И теперь вот здесь сбоку я поднимаю нить моего первого цвета, то есть с которого я начинала мое вязание. И теперь вот просто кончик нити мой идет, и первую петлю я сейчас провязываю лицевой, так как у меня сейчас опять идет смена цвета. И далее я продолжаю вязать резинку 1 на 1. Лицевые петли я провязываю лицевыми, изнаночные изнаночными. Мятным цветом я сейчас провяжу участок полотна, состоящий из 4 рядов: лицевой, изнаночный, лицевой и изнаночный. И далее сбоку опять подниму нить контрастного цвета. Таким образом, если мы сейчас посмотрим вот на наш готовый следок, смотрите, эта резинка у меня провязана 3 ряда вот первым цветом, 2 ряда вторым цветом, далее 4 ряда первым цветом, 2 ряда вторым цветом и 4 ряда вот нашим первым мятным цветом. То есть всего у меня резинка сейчас провязана 15 рядов. Поэтому таким образом довяжите вот эту высоту резинки самостоятельно. Итак, вот я провязала нужную мне высоту резинки. И здесь у меня провязано всего 15 рядов. И высота этой резинки вот в ровном нерастянутом виде сейчас равна, ну, где-то примерно 6,5 сантиметрам. Закончила вязание я, провязав вот эту мятную полосу. И теперь ниточку мятного цвета я могу уже обрезать. Она нам понадобится, но не скоро. Далее сбоку поднимаю нить вот этого моего темного цвета. И теперь мы приступаем сразу к вязанию первого ряда основного узора. Первый ряд мы сейчас будем провязывать с лицевой стороны.
Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у меня идет смена цвета. И далее я провязываю в первом ряду одну петлю изнаночную, 4 петли лицевых. 1, 2, 3, 4. Далее 1 петля изнаночная. И это я провязала сейчас раппорт узора в ширину. Далее вязание я повторяю. Провязываю 1 петлю изнаночную, 4 петли лицевых. Вот 4 и 1 петля изнаночная. И опять после изнаночной петли я провязываю 1 петля изнаночная, 4 петли лицевых, 1 петля изнаночная. Таким образом мы довязываем первый лицевой ряд наш до конца. В конце ряда я провязала 4 петли лицевых, далее провязываю 1 петлю изнаночную и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. И это мы с вами провязали первый лицевой ряд. Далее вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Приступаем к вязанию второго изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Далее я провязываю 1 петлю лицевую и сразу делаю накид, рабочую нить, вот набросив на правую спицу от себя. Далее я должна провязать 1 петлю изнаночную. Снова делаю накид, рабочую нить, набросив на правую спицу от себя, и следующую петлю по порядку провязываю изнаночной петлей. Накид. 1 петля изнаночная, накид, 1 петля изнаночная. Далее я провязываю 1 петлю лицевую. И это я провязала раппорт узора в ширину. То есть перед каждой изнаночной петлей, а у нас их 4, мы сделали накид. Далее мы повторяем вот этот наш раппорт узора. Провязываем 1 петлю лицевую, делаем накид, после чего я провязываю 1 петлю изнаночную. Снова делаю накид и провязываю 1 изнаночную петлю. Накид, 1 изнаночная петля. Накид, 1 петля изнаночная. Далее я провязываю 1 петлю лицевую. То есть таким образом мы сейчас довязываем этот ряд до конца. Еще раз. Лицевая, накид. Далее. Изнаночная, накид. Изнаночная, накид. Изнаночная, накид. Изнаночная. И 1 петля лицевая. Итак, я довязала до конца второй изнаночный ряд. И вязание я сейчас переворачиваю на лицевую сторону. Приступаем к вязанию третьего лицевого ряда. Кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И далее я провязываю 1 петлю изнаночную. И дальше у нас пошли петли и наши накиды. Смотрите, первую петлю я сейчас переснимаю с левой спицы на правую. Накид, который идет за петлей, я спускаю. И опять петлю переснимаю на правую спицу, накид спускаю. Петлю снимаю, накид спускаю. Петлю снимаю, накид спускаю. То есть у нас сейчас должно было получиться вот 4 более длинных петли. Далее на левую спицу я подхватываю вот эту первую и вторую петлю. Далее эту первую и вторую петлю я сейчас протягиваю через третью вот и четвертую петельку. Вот таким вот образом. После чего вот этих 2 петли, которые расположены на правой спице, я возвращаю обратно на левую спицу. После того, как эти петли вот мы перекрестили, поменяли местами, я провязываю 1 петлю лицевую. Далее вторую петлю лицевую. Третью лицевую петлю. И четвертую лицевую петлю. Далее у меня идет 1 петля изнаночная. И это я провязала раппорт узора в ширину.
Давайте еще раз провяжем этот раппорт. Провязываем одну петлю изнаночную, после чего петлю снимаю на правую спицу, накид, спускаю. Петлю снимаю, накид, спускаю. Петлю снимаю, накид, спускаю. И еще раз петлю снимаю, накид, спускаю. На правой спице у меня расположено 4 более длинных петли. Далее вот наша первая и вторая петля. Перед работой на левую спицу я подхватываю первую эту и вторую петельку, после чего протягиваю через третью и четвертую петлю. Далее петли с правой спицы я возвращаю обратно на левую спицу. И теперь я провязываю вот по порядку. Первую петлю лицевой. Вторую нашу петлю я также провязываю лицевой. Третья лицевая петля и четвертая лицевая петелька. Далее у меня идет одна петля изнаночная. То есть таким образом мы сейчас довяжем до конца наш третий ряд. Итак, я довязала до конца третий лицевой ряд. И вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаем к вязанию четвертого изнаночного ряда. Кромочную петлю я просто снимаю. Далее в четвертом изнаночном ряду я провязываю одну петлю лицевую, 4 петли изнаночных. И одну петлю лицевую. Я провязала раппорт узора в ширину. Далее я вязание повторяю. Провязываю одну петлю лицевую, 4 петли изнаночных и одну петлю лицевую. И еще раз. Одна петля лицевая, 4 петли изнаночных и одна петля лицевая. Таким образом довязываем до конца четвертый изнаночный ряд. Итак, я довязала до конца четвертый изнаночный ряд. 4 провязанных ряда и будут являться раппортом вот этого нашего узора в высоту. Таким образом, смотрите, после того, как мы связали резинку, сейчас мы начали вывязывать вот этот наш основной узор. И здесь у меня этот манжет провязан всего 3 раппорта узора, после чего я продолжила вывязывать узор вот здесь, только на мыске. Поэтому, смотрите, первый раппорт узора мы провязали вместе, и следующих 2 раппорта узора провяжите самостоятельно, то есть 8 рядов. 4 ряда и 4. Вот по той схеме, которую только что мы с вами разобрали и вместе провязали. Итак, вот я провязала еще 2 раппорта узора. Вот этот провязанный участок, то есть резинка плюс 3 раппорта узора, будут являться высотой моего манжета. И эта высота в сантиметрах сейчас равняется, ну вот смотрите, где-то примерно около 12 сантиметров. Вы можете эту высоту провязывать любое необходимое вам количество рядов. Ну а я сейчас, смотрите, буду распределять петли, так как сейчас я буду приступать к вывязыванию мыска. Смотрите, мысок я сейчас буду вывязывать из центральных 14 петель. Вот наш элемент узора будет являться сейчас ровно серединой нашего мыска. Поэтому здесь, смотрите, все просто. На спице мы набирали 44 петли. 44 петли минус 14 петель – это петли мыска. Остальные петли мы делим на 2 боковые части. И это у нас получается 15 петель – одна боковая часть, 14 петель – мысок, и 15 петель вторая боковая часть. Поэтому я сейчас беру мои круговые спицы, и я сейчас просто переснимаю, не провязывая, 15 петель. Это петли первой боковой части. То есть вот на круговые спицы.
Итак, смотрите, я мои петли распределила как раз-таки на 3 спицы. На одну круговую, вот на эту же вторую круговую. И эти круговые спицы, на которых у меня расположены петли наших боковых частей, я сейчас откладываю. Они нам пока больше не нужны. И на обычную чулочную спицу я сейчас пересняла 14 петель мыска. Здесь, смотрите, вот если мы посмотрим на наш узор, то и узор в начале ряда, и в конце ряда он у нас идет неполный, так как вот часть петель мы отдали на как раз-таки наши боковые части. Здесь, в принципе, можно было бы сейчас эту одну петлю переснять на чулочную спицу здесь и здесь, но нам нужно, чтобы у нас была тогда еще и кромочная петля. Поэтому в этом случае нам бы пришлось тогда переснимать здесь 2 петли и здесь 2 петли. В этом случае мысок бы я вывязывала из 18 петель. Мне кажется, это немножко широковато получается. Поэтому вывязываю мысок из 14 петель. И основной узор я вяжу только на вот этом нашем центральном элементе. Здесь вот эти боковые наши петли я буду провязывать вот лицевые, изнаночные, лицевые и изнаночные. Поэтому сейчас мы или достаем нить из середины моточка, или если нет возможности, то эту нить можете обрезать просто в конце на несколько кончиков, вам придется спрятать больше. Я сейчас достала нить из середины моточка. Просто кончик нити прикладываю к краю и приступаю к вязанию первого ряда лицевого мыска. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет присоединение нити. И далее я провязываю 2 петли лицевых. На протяжении вязания вот всей длины мыска эти петли я и буду провязывать просто лицевыми. Далее я провязываю 2 петли изнаночных. И основной узор я вывязываю только из вот этих центральных 4 петель. Поэтому здесь я провязываю в первом ряду 4 петли лицевых. Далее 2 петли изнаночных. 2 петли лицевых, и вот эта последняя 14-я петля в данном случае будет являться кромочной петлей. Ее я сейчас провязываю изнаночной, и это я провязала первый лицевой ряд. Далее вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Далее я провязываю 2 петли изнаночных и 2 петли лицевых. И вот по изнаночной стороне между вот этой и вот этой лицевой дорожкой у нас идут 4 петли. Перед каждой изнаночной петлей во втором ряду мы должны сначала сделать накид. Поэтому делаю накид, провязываю одну изнаночную петлю. Делаю накид и провязываю вторую изнаночную петлю. Снова делаю накид и провязываю третью изнаночную петлю, накид, и четвертая изнаночная петля. Далее я провязываю 2 петли лицевых, 2 петли изнаночных, и кромочную последнюю петлю я провязываю изнаночной петлей. И это я провязала второй изнаночный ряд. И вязание я сейчас переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию третьего лицевого ряда. Первую кромочную петлю я сейчас снимаю. Далее провязываю 2 петли лицевых, 2 петли изнаночных. После чего, смотрите, лицевую петлю снимаю, накид спускаю. Лицевую петлю снимаю, накид спускаю. Лицевую снимаю, накид спускаю. И еще лицевую снимаю, накид спускаю. И у меня сейчас идут 4 более длинных петли. Первую и вторую петлю я подхватываю на левую спицу перед работой. После чего этих 2 петли я протягиваю через, получается, третью и четвертую петельку. Далее 2 петли я возвращаю с правой спицы на левую. И сейчас я провязываю вот одну петлю лицевую, вторая петля лицевая,
третья лицевая петля и четвертая лицевая петля. Далее 2 петли изнаночных, 2 петли лицевых и кромочную последнюю петлю я провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. С изнаночной стороны вяжем 4 изнаночный ряд. Кромочную снимаю. Далее я провязываю 2 петли изнаночных, 2 петли лицевых, 4 петли изнаночных, 2 петли лицевых, 2 петли изнаночных и последнюю кромочную провязываю изнаночной петлей. И это мы провязали 4 изнаночный ряд. То есть таким образом, повторяя эти 4 ряда, мы продолжаем вывязывать всю длину нашего мыска. Смотрите, всего от резинки до убавок у меня должно быть провязано сейчас 10 рапортов узора. В любом случае, у каждой из нас плотность может отличаться, или вы, возможно, вяжете на другой размер ноги, то в этом случае вы руководствуетесь не количеством вот этих провязанных рапортов, а именно количеством сантиметров каждого из провязанного участка. Соответственно, сейчас, когда я провяжу вот эту длину до убавок, я измерю мой мысок именно в сантиметрах. Поэтому дальше продолжаем вывязывать наш мысок из этих 14 петель. Итак, вот я провязала нужную длину мыска мне до убавлений. И вот смотрите, длина этого мыска в ровном, не растянутом виде сейчас равна, ну вот где-то примерно 13,5 сантиметров. Теперь я буду начинать делать убавление петель. При этом я продолжаю вывязывать мой основной узор. Поэтому первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. И далее следующих 2 петли я сейчас должна провязать 2 петли вместе с наклоном в левую сторону. Поэтому их я сейчас провязываю вот лицевой петлей за заднюю стенку петель. Далее провязываю 2 петли изнаночных, 4 петли лицевых, 2 петли изнаночных. И следующих 2 лицевых петли я должна провязать вместе с наклоном в правую сторону. Поэтому этих 2 лицевых петли я сейчас переворачиваю, сделав так, чтобы правая стенка петель располагалась перед работой. После чего этих 2 петли я сразу провязываю вот 2 петли вместе лицевой петлей за переднюю стенку или наклоном в правую сторону. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Далее вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Кромочная, далее 1 петля изнаночная, 2 петли лицевых. И теперь вот здесь, где у нас идут центральных 4 петли, мы продолжаем вязать наш основной узор. Поэтому во втором ряду я сейчас сначала должна сделать накид. Далее провязываю 1 петлю изнаночную. Накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид и изнаночная петля. Дальше 2 петли лицевых. Изнаночная и кромочная также провязываю изнаночной петлей. И это я провязала второй изнаночный ряд. Вязание сейчас перевернула на лицевую сторону. Кромочную петлю я снимаю. И теперь сразу следующих 2 петли в третьем лицевом ряду я также должна провязать вместе с наклоном в левую сторону. То есть за заднюю стенку этих петель. Далее 1 петля изнаночная и вывязываем здесь наш основной узор. Петли снимаю, накиды спускаю. Далее первую вот и вторую петлю перед работой вот на левую спицу я подхватываю, после чего протягиваю через третью и четвертую петельку. 2 петли с правой спицы возвращаю обратно на левую. И далее провязываю 1 петлю лицевую. Дальше вот у меня идет 2 петля лицевая, 3
И четвертая лицевая петля. Одна петля изнаночная из следующих две петли, то есть до края мы не довязываем 3 петельки, и 2 петли в конце ряда я должна провязать вместе с наклоном в правую сторону. Поэтому изнаночную петлю я сейчас пересниму для того, чтобы перевернуть вот эту лицевую петельку, сделать так, чтобы правая стенка вот располагалась перед работой. Изнаночную петлю возвращаю обратно, и этих 2 петельки я провязываю 2 вместе лицевой петлей за переднюю стенку или наклоном в правую сторону. Кромочную провязываю изнаночной петлей. И приступаем к вязанию 4 изнаночного ряда. Кромочная, 1 изнаночная, 1 лицевая, 4 петли изнаночных, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, и кромочную провязываю изнаночной петлей. Я провязала сейчас, получается, один раппорт узора, состоящий из 4 рядов, и убавила, получается, 2 петли в начале ряда и 2 петли в конце ряда. Закончу вязание я сейчас, провязав просто лицевой ряд и сделав еще по одному убавлению. Поэтому кромочную снимаю, следующих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей за заднюю стенку или наклоном в левую сторону. Далее 4 петли лицевых. Следующих 2 петли я должна провязать вместе с наклоном в правую сторону. Поэтому вот эту нашу лицевую петлю я переворачиваю, изнаночную петлю возвращаю обратно и 2 петли провязываю вместе лицевой петлей за переднюю стенку или вот наклоном в правую сторону. Кромочная последняя петля, здесь мы провяжем ее не изнаночной, а лицевой петлей. И все, это мы закончили вязать всю длину моего мазка. Эта нить нам здесь больше не нужна, ее мы можем уже обрезать. Теперь смотрите, вот эту часть моего мазка я сейчас просто откладываю, и сейчас я должна вернуться в начало моего вязания. То есть обратно я сейчас петли вот переснимаю, получается, с правой спицы на левую круговую. Вот мысок я просто отложила. И вот эти петли я все переснимаю на левую круговую спицу. Вот таким образом сейчас выглядит моя заготовка. И давайте на этом этапе измерим общую длину мазка. Заготовка моя лежит в ровном, не растянутом виде. Вот я просто разложила. И смотрите, общая длина мазка у меня сейчас равна, ну, примерно 15 сантиметров. Смотрите, если мы будем измерять ширину мазка, это будет не совсем точное измерение, так как здесь у нас идет вот такая вот, видите, как резинка, и он очень хорошо тянется. В любом случае, смотрите, что касается ширины мыска, то здесь, в принципе, даже если у вас этот мысок получился немножко узковат, то это можно будет отрегулировать вот сейчас, на этом этапе, когда мы будем вывязывать подъем. То есть вот этот наш подъем можно будет провязать большее количество рядов, тем самым мы отрегулируем ширину наших слитков. Поэтому здесь этот момент такой не сильно принципиальный, вот именно что касается ширины мыска. Ну а я, как сказала, сейчас буду приступать к вывязыванию подъема. Подъем я сейчас буду вязать платочной вязкой, поэтому петли мыска я сейчас откладываю в сторонку. И вот идет начало моего вязания. Начинать вывязывать подъем я как раз-таки буду вот моим темным цветом. Поэтому вязание я сейчас держу лицевой стороной вверх. И первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю. Все, на этом этапе узор я наш больше вывязывать не буду. Поэтому здесь сейчас просто все петли я буду провязывать сейчас лицевыми. То есть и лицевые петли, и изнаночные петли я все провязываю лицевыми. То есть это я сейчас провязываю 15 петель первой боковой части. Это до мыска, вот я все петли провязала сейчас лицевыми. И теперь смотрите, вот здесь
Вдоль вот этой длины мыска я должна буду сейчас поднять петли. Теперь давайте разберемся, сколько же мы должны здесь поднять петель. Здесь мы сейчас должны посчитать как раз-таки кромочные наши петли. То есть вот наша идет, смотрите, первая кромочная петля, где я присоединяла нить. И вот мы по кромочным петлям считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. То есть вот ровно до последней кромочной петли, которая расположена около спицы. То есть получается, смотрите, вдоль вот этой линии у меня сейчас расположено 16 кромочных петель. Сейчас единственное, вот здесь, смотрите, у меня идет последняя петля на спице, и вот идет наша кромочная петля. Вот здесь сейчас, в этом промежутке, чтобы не образовывалось больших дырочек, я подниму еще плюс одну петлю. То есть получается вдоль вот этой линии всего, в моем случае, я сейчас буду поднимать 17 петель. Соответственно, с другой боковой части этого мыска я должна буду поднять это же количество петель. Поэтому вот наша первая петля. И здесь мы должны поднять петлю так, чтобы здесь не было никакой большой дырочки. Так, давайте. Ну вот здесь где-нибудь наша вот будет идти первая петля. И дальше я буду поднимать именно по кромочным петлям. То есть вот моя нить. И вот идет моя первая петля кромочная. Здесь я поднимаю вторую петельку. То есть петли кромочные, я смотрю, видите, край хорошенечко разворачиваю, вот полностью. И вот у нас идет одна и вторая стенка петли. Вот одна и вторая кромочная. То есть за две стенки кромочной петли вот я сейчас подниму третью петельку. Следующая кромочная петля. И из нее я сейчас подниму четвертую петельку. Таким образом, вот здесь до спицы я сейчас всего подниму 17 петель. Итак, вдоль вот этой линии мыска я сейчас подняла вот 17 петель. После чего я сейчас перехожу на вязание петель вот этой части. Это где мы закончили вязать длину мыска. Здесь у меня сейчас расположено вот 8 петель. И сейчас эти 8 петель я также должна провязать сейчас лицевыми. То есть вот 8 лицевых петель. И последнюю также провязываю лицевой. Так, чулочную спицу откладываю, круговую спицу вытаскиваю вот таким вот образом. И теперь смотрите, вдоль второй линии мыска я также сейчас подниму 17 петель. То есть также за кромочные петли. То есть вот идет моя первая петля. Дальше хорошенечко наши петли мы посмотрим. Вот две стенки петли и наша вторая петелька. Дальше вот наша третья петля, четвертая петля и так далее. Мы сейчас должны поднять, соответственно, вот здесь 17 петель. Далее, смотрите, вот у меня идут петли боковой части. Здесь у меня их 15, и, соответственно, закончу вязание я, провязав вот этих 15 петель лицевыми петлями. Последнюю петлю здесь в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Итак, смотрите, вот я подняла и провязала все петли первого ряда. И теперь смотрите по количеству петель. Давайте еще раз. В моем случае 15 петель первая боковая часть. 17 петель вот здесь вдоль этой линии мыска, 8 петель центральных, это где мы закончили вязать мысок, далее 17 петель, это вторая боковая часть мыска, и 15 петель вот здесь со второй боковой части от нашего здесь идет манжета. Всего получается на спицах у меня сейчас расположено 72 петли. Из этих 72 петель я сейчас и буду продолжать вывязывать подъем у моих слитков. Поэтому сейчас я беру мое вязание и, получается, разворачиваю изнаночной стороной к себе. И теперь с изнаночной стороны приступаю к вязанию второго ряда подъема. Кромочную петлю я сейчас просто снимаю и далее провязываю
петли все лицевые до конца этого ряда. Итак, вот я провязала ряд до конца с изнаночной стороны. И вязание переворачиваю сейчас вот на лицевую сторону. И видите, с лицевой стороны у меня получилась уже провязана одна платочная дорожка. Теперь я должна взять вот нить моего светлого цвета. Здесь сейчас также вот просто кончик светлой нити. Я прикладываю к краю. Это идет лицевая сторона полотна. И первую петлю я сейчас провязываю вот лицевой. И далее все петли опять до конца этого ряда я буду провязывать лицевыми, после чего вязание снова переверну на изнаночную сторону и с изнаночной стороны, также вот этой нитью светлого цвета, я все петли до конца этого ряда буду провязывать также лицевыми. Таким образом, мы дальше продолжаем вывязывать всю высоту нашего подъема. В моем случае, смотрите, этот подъем я всего буду провязывать 5 платочных дорожек. То есть вот одну темную платочную дорожку только что мы с вами вместе провязали. Дальше начали вывязывать вот эту светлую полосу. Эта светлая полоса у меня провязана 2 платочные дорожки или вот 4 ряда. После того, как я получу 2 платочные дорожки, нить вот этого мятного цвета я могу уже обрезать. Она вот здесь мне больше не понадобится. После чего сбоку подниму нить моего темного цвета и темным моим вот этим основным цветом я еще провяжу этот подъем 2 платочные дорожки или 4 ряда. Вот этих 5 платочных дорожек и будут являться вот именно высотой моего подъема. Если вам необходимо, вы этот подъем можете провязать большее количество рядов. То есть если у вас, к примеру, широкая нога или у вас ваше полотно такое получается очень плотное и неэластичное, то в этом случае можете этот подъем провязать, к примеру, 6 платочных дорожек. Ну а я сейчас, когда провяжу, получается, еще 4 платочных дорожки, обязательно подключусь, и мы с вами сразу приступим к вывязыванию вот нашей подошвы. Итак, вот я провязала нужную мне высоту подъема. И здесь, как я и говорила, у меня провязано 1, 2, 3, 4, 5 платочных дорожек или 10 рядов. И теперь давайте измерим высоту вот этого провязанного подъема в сантиметрах. В сантиметрах высота подъема у меня сейчас получается равна, ну, примерно около 3 провязанных сантиметров. При этом мы должны учитывать то, что, видите, полотно у меня идет эластичное и очень хорошо тянется. После того, как мы связали всю высоту подъема, сейчас мы сразу будем приступать к вывязыванию подошвы. Начинать вывязывать подошву я буду из центральных 8 петель. И постепенно буду делать расширение этой подошвы. Поэтому сейчас на этом этапе, смотрите, мы берем общее наше количество петель. В моем случае их 72. Минус 8 петель – это как раз-таки петли подошвы. Получается 64. И этих 64 петли я делю на 2 боковые части. И это у меня сейчас получается 32 петли. 1 боковая часть, 8 петель центральная часть и 32 петли вторая боковая часть. Поэтому смотрите, если вы не любите обрывать лишних нитей и прятать дополнительных кончиков, то сейчас вот этой нитью нашей, которой мы закончили вязать подъем, вы можете провязать петли первой боковой части просто лицевыми петлями, соответственно, провязать 32 петли. Я здесь сейчас эту нить все-таки обрежу, и я лучше спрячу дополнительно
несколько кончиков лишних. Просто мне нравится, когда вот у нашей подошвы и одна вот эта часть подошвы с подъемом, и вторая часть подошвы с подъемом выглядят абсолютно одинаково и имеют одинаковую вот здесь глубину вот этого стыка. Поэтому здесь вот эту ниточку я сейчас уже обрезала, и вот моя лицевая сторона. Просто переснимаю сейчас, не провязывая петли первой боковой части. То есть сейчас переснимаю, получается, с левой спицы на правую 32 петли. Итак, вот я просто пересняла сейчас с левой спицы на правую 32 петли. Далее кончик нити я сейчас просто прикладываю к краю и сразу приступаю к вязанию подошвы. Первую петлю я сейчас вот нашей подошвы провязываю лицевой. Далее провязываю все петли лицевые. Смотрите, вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая петля. И вот идет последняя, восьмая петля подошвы и первая петля боковой части. Когда мы будем вязать наш следок, держа его вот лицевой стороной вверх, этих две петли я буду провязывать две петли вместе изнаночной петлей. И вязание я сразу переворачиваю вот на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую петлю я снимаю, далее провязываю все петли лицевые. Вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И вот идет опять восьмая последняя петля подошвы и первая петля боковой части. Этих две петли вот с изнаночной стороны мы будем провязывать две петли вместе лицевой петлей. Кончик подтягиваю, вязание переворачиваю на лицевую сторону. Мы с вами провязали два ряда. Начиная с третьего ряда, я буду делать расширение. Делать я это буду следующим образом. Первую петлю я снимаю. Смотрите, рабочая нить вот у меня сейчас расположена вот перед работой. Никуда я ее не перекручиваю. Вот она у меня перед работой. То есть первую петлю снимаю и рабочую нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. И теперь в начале ряда я буду прибавлять петлю. Петлю я буду прибавлять, поднимая вот эту протяжку от платочной дорожки вот нашей по порядку следующей петли. Эту протяжку я одеваю вот получается на левую спицу и после чего провязываю лицевой петлей. Сначала протяжку, после чего саму петлю провязываю также лицевой. То есть вот в начале ряда я прибавила одну петлю. Далее провязываю вот все петли лицевые, не довязывав до конца этого ряда вот последнюю петлю подошвы. Здесь, когда мы сделали уже убавление с одной и с другой стороны, вот провязав две петли вместе, эта граница у нас сейчас будет четко видна. То есть видно сразу, это идет петля последняя подошвы, далее идет такое вот большое пространство и идет петля боковой части. Когда у нас осталась одна петля здесь, сначала в конце ряда я также должна прибавить одну петлю. Поэтому сейчас я подниму также протяжку от платочной дорожки последней провязанной петли, то есть перед кромочной петлей. Вот наша эта протяжка. И эту поднятую протяжку я провязываю лицевой петлей. После чего последняя петля подошвы и первая петля боковой части с лицевой стороны этих две петли я сейчас провяжу две петли вместе изнаночной петлей. То есть вот я провязала, получается, третий ряд. И в третьем ряду я прибавила вот именно на нашу подошву две петли. Одну петлю в начале и одну петлю в конце ряда. Далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны никаких прибавлений петель мы делать не будем. Здесь мы просто все петли провязываем лицевыми. И в конце ряда последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части с изнаночной стороны мы провязываем две петли вместе лицевой петлей. И вязание я снова переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны здесь мы также сейчас будем прибавлять петли в начале и в конце ряда точно таким же образом, как мы это делали в третьем ряду. То есть кромочную петлю я снимаю
и далее поднимаю протяжку вот от платочной дорожки следующей петли. Эту поднятую протяжку я одеваю вот на левую спицу и провязываю лицевой петлей. То есть я прибавила одну петельку. И далее все петли я также провязываю сейчас лицевыми, не довязывав одну последнюю петлю подошвы. То есть вот это наша идет последняя петля подошвы. В конце ряда здесь я также должна прибавить одну петлю. То есть вот последняя провязанная петля. И если мы посмотрим, вот у нас это идет протяжка от именно платочной дорожки. И эту поднятую протяжку я провязываю сейчас лицевой петлей. После чего последняя петля подошвы и первая петля боковой части, этих две петли я сейчас провяжу 2 вместе изнаночной петлей, это с лицевой стороны. Далее вязание переворачиваю на изнаночную сторону. Здесь я просто все петли провяжу лицевыми и последнюю петлю подошвы провяжу вместе с петлей боковой части с изнаночной стороны. 2 вместе этих петли я провяжу лицевой петлей. Изнаночный ряд я довязала вот до конца, вязание переворачиваю на лицевую сторону. И сейчас в этом лицевом ряду я сделаю последнее прибавление петель именно на подошву, так как дальше продолжать вывязывать всю длину подошвы я буду из 14 петель. Поэтому провязываю вот именно с прибавлениями последний лицевой ряд. То есть кромочную петлю снимаю, поднимаю протяжку вот и эту поднятую протяжку провязываю лицевой петлей. Далее довязываю вот этот ряд до конца лицевыми петлями до последней петли именно подошвы. То есть вот у меня идет последняя петля подошвы. Здесь также в конце ряда я поднимаю протяжку вот от платочной дорожки и эту поднятую протяжку провязываю лицевой петлей, после чего последнюю петлю подошвы и петлю боковой части с лицевой стороны мы сейчас провяжем вот 2 вместе изнаночной петлей. Все, мы прибавили все петли, то есть больше прибавлений в этой части на нашу подошву я делать не буду. Здесь сейчас мы просто из этих 14 петель будем провязывать всю длину нашей подошвы. То есть вяжем вот все петли лицевые, не довязывав до конца ряда последнюю, в данном случае вот 14 петлю подошвы. И этих 2 петли с изнаночной стороны я провяжу 2 вместе лицевой петлей. Вязание снова переворачиваю вот на лицевую сторону, с лицевой стороны петлю снимаю первую и дальше просто продолжаю вязать все петли лицевые до последней 14 петли подошвы. И сейчас вот здесь в конце ряда последнюю 14 петлю подошвы вот я провяжу вместе с петлей боковой части с лицевой стороны, 2 вместе их я провяжу изнаночной петлей. То есть таким образом мы дальше продолжаем вязать всю длину нашей подошвы до тех пор, пока вот здесь в конце ряда с одной и вот с другой стороны от боковой части у нас не останется 6 петель. То есть в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного мы убавляем по одной петли от боковой части. Итак, вот я провязала длину подошвы, как я говорила, до тех пор, пока от боковых частей с одной и с другой стороны у меня не осталось вот по 6 петель. Теперь на этом этапе мы дальше продолжаем вязать длину нашей подошвы, и в конце каждого ряда сейчас мы будем убавлять по 2 петли. Одна петля от вот как раз таки нашей боковой части, так как мы это и провязывали на протяжении вот всей этой длины. И сейчас дополнительно мы будем убавлять еще и одну петлю подошвы в конце каждого ряда. Поэтому первую петлю я снимаю и провязываю далее все петли лицевые, не довязывав до конца этого ряда 3 петель именно подошвы.
В конце ряда сейчас у меня должно остаться 6 петель боковой части и 3 петли подошвы. Сейчас вот первую и вторую петлю подошвы я провяжу 2 петли вместе лицевой петлей, после чего последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части с лицевой стороны мы продолжаем провязывать 2 вместе изнаночной петлей. И вязание я сейчас переворачиваю вот на изнаночную сторону. С изнаночной стороны точно так же. Первую петлю я снимаю, и все остальные петли я сейчас провязываю лицевыми, не довязывав до конца этого ряда 3 петель именно подошвы. То есть опять у нас должно остаться вот 6 петель боковой части и 3 петли подошвы. Здесь также в конце ряда первую и вторую петлю подошвы я провяжу сейчас 2 вместе лицевой петлей, после чего последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части с изнаночной стороны мы также провяжем 2 вместе вот лицевой петлей, и вязание снова переворачиваю на лицевую сторону. Таким образом мы заканчиваем вязать нашу подошву. То есть сейчас на этом этапе в конце каждого ряда мы убавляем 2 петли, 1 петлю боковой части и 1 петлю подошвы. Итак, вот я практически закончила вязать всю длину моей подошвы. Здесь, смотрите, вязание я сейчас держу изнаночной стороной вверх, и у меня осталось 3 петли подошвы и 1 последняя петля боковой части. Последний ряд давайте провяжем вместе. Первую петлю я снимаю, далее 1 петля лицевая, и вот этих последних 2 петли, то есть петля подошвы и петля боковой части, я сейчас провяжу 2 петли вместе лицевой петлей. Кончик подтягиваю и вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону. Теперь смотрите, рабочую нить, вот она у меня расположена перед работой, и первую петлю я снимаю и рабочую нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей, и первую петлю возвращаю обратно на левую спицу. Теперь этих 3 петли я сейчас должна провязать вот 3 петли вместе одной лицевой петлей, и последнюю петельку вынимаю подлиннее. Спицы мы можем уже убрать. Далее, вот смотрите, моя длинная петелька, ниточку от моточка я уже обрезала, и эту нить я одела в иголку с большим ушком. Теперь смотрите, вовнутрь в нашу эту петлю я продеваю иголку с ниткой и сейчас петельку аккуратно затягиваю. Теперь этой нитью я сразу буду приступать к сшиванию нашего заднего шва, поэтому все кончики, которые сейчас у нас есть, мы их сейчас должны вот вложить в изнаночную сторону, в конце мы их спрячем. Сшивать наш задний шов у слитков я буду по лицевой стороне. На том участке, где у нас идут платочные дорожки, это где мы вывязывали подъем, сшивать я буду, смотрите, не за кромочные петли, а за вот первую петлю от платочной дорожки, вставляя иголку справа налево. Сначала с одной стороны и вот с другой стороны то же самое. Первая платочная дорожка, вот и первая петля справа налево здесь. Вторая платочная дорожка и первая петля от платочной дорожки справа налево. Сначала с одной и затем с другой стороны также справа налево. В тот момент, вот смотрите, сейчас мои платочные дорожки закончились, и здесь сейчас у меня будет идти основной узор и резинка. И здесь этот участок я буду прошивать именно за кромочные петли, но иголку я также буду вставлять справа налево. То есть вот в одну петлю вставляю и справа налево соседнюю петельку иголку вытаскиваю с одной и затем с другой стороны тоже справа налево в одну петлю вхожу и в соседнюю иголку вытаскиваю. И опять вот одну петлю вхожу, в соседнюю выхожу справа налево.
При сшивании мы обязательно контролируем, чтобы все края вот здесь у нас ровно совпали. То есть мятная полоса у нас должна быть с мятной, темная с темной. То есть все полосы ровно должны сойтись. Таким образом, вставляя иголку в кромочные петли справа налево, я прошью сейчас участок вот здесь до последней темной полосы. Итак, смотрите, вот я прошила длину моего шва. Видите, вот все получается красиво и аккуратно до последней темной полосы. Здесь, смотрите, в принципе, можно закончить сшивать этот шов весь вот этой темной нитью. Но здесь в этом случае, видите, у нас идет вверх, и сверху эта темная нить немножко будет просматриваться. Поэтому все-таки я сейчас иголку вот вывожу в изнаночную сторону. Кончик здесь я могу уже обрезать. И одеваю в иголку вот этот светлый кончик нити от наборного края. Вот нить я одела в иголку. И теперь смотрите, вот сначала я сейчас выровню наш край у наших носочков, так, чтобы здесь было все красиво, ровно и аккуратно. Так, после чего прошью вот этих несколько кромочных петель, также вставляя иголку справа налево с одной и затем вот с другой стороны. Вот. И теперь эту нить я сейчас вот выведу в изнаночную сторону, после чего все наши кончики мы должны спрятать по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как мы сшили наш задний шов, по изнаночной стороне мы спрятали все кончики, наши носочки или следочки полностью готовы. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным, поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока!